Приветствую на канале BestSEO. Сегодня проект на повестке дня Model Token. Проект очень интересный, уникальный в своем роде. Это специальная платформа, где пользователь гаджета, будь то ПК, смартфон или планшет, предварительно установив приложение, будет иметь возможность получать токены за то, что на конкретный период времени предоставит программе доступ к свободному месту в памяти гаджета. Это место будет добавлено в облако с кадрированными данными, выделенных на сохранение на основе peer-to-peer смарт-контракта. Распространение системы запланировано по всему миру, но основная ставка делается на страны так называемого третьего мира. Это связано с тем, что для населения этих государств небольшая дополнительная сумма денег имеет значение. Проверку бета-версии планируется провести уже в октябре текущего года. Данную площадку может применять любой отрасль финансов, логистики и других, так как она имеет секретность размещения и надежный блокчейн. Проект интересный, уникальный, и при увеличении количества пользователей планируется запуск производства индивидуальных блокчейн-приложений, смарт-контракты и надежный блокчейн, который имеется сейчас. Кроме того, дадут возможность создавать стартап-проекты с возможностью запуска ICO. Также уникальный протокол Proof of Space, Time and Transaction, подтверждающий место, срок и транзакцию, дает возможность пользователям покрывать сохранение и передачу информации токенами экосистемы соразмерно объему памяти и сроку хранения, который они предоставили. В дальнейшем при формировании хранилища в аренду добавятся такие узлы. Первое – это единица, которая предоставляется необходимое место для сохранения данных. Второе – единица, которая предоставляет память для размещения информации. И третье, которая заверяет сделку смарт-контрактом таким способом, как разборка блоков и цепи блокчейн. Рекомендую ознакомиться с данным проектом. Команда у проекта очень сильная, можете сами изучить каждого члена команды. У каждого есть страничка в соцсетях, странички, конечно же, не фейковые, я проверял их, не новые, люди активные, грамотные и с интересным портфолио. Соответственно, если вопросы остаются, связывайтесь с членами команды и принимайте решение. До конца public sale осталось 52 дня. Время есть, но хардкап небольшой, всего 18 миллионов долларов. Поэтому я думаю, что он будет достигнут еще раньше, так как проект этот революционный.